The toll has been taken. Parts of this once grand city have been eviscerated. Thousands have lost their lives. And as the fighting spreads, many parts of Syria now look like this. In the last few weeks, rebel fighters have made key gains here in the north. Towns, military bases, airfields. These streets have the misfortune to lie beside their next and biggest target so far, Aleppo International Airport. Too much has been lost to think of winners and losers. Make no mistake. More devastation as smoke billows over the Damascus skyline. This is the aftermath of the latest explosion outside the Navy Union building. ما زلت على قيد الحياة. مين هذا؟
Уважаемые коллеги, добро пожаловать в пресс-клуб. Это была короткометражка, такая преамбула к нашей сегодняшней встрече. Короткометражка, которая называется «Я все еще жив», режиссера Мандуха. Он сегодня присутствует здесь у нас. Сегодня мы встречаемся в нашем традиционном формате Media Talk, «Медиа говорят». Это формат, в котором мы ежемесячно в пресс-клубе обсуждаем какие-то особенно важные, особенно актуальные проблемы жизни профессионального сообщества. Но сегодняшняя наша встреча посвящена такой нерядовой теме, которая приходит в каждое общество, в каждую страну, куда она приходит, в принципе, достаточно внезапно. Это война. Сегодня у нас два партнера, помимо пресс-клуба. Это Центр современной культуры «Бегущая черепаха» и медиашкола IBB. Мы подумали, что действительно нам нужны партнеры для того, чтобы поднять такую большую и сложную тему. Обсуждаем мы сегодня конкретно, как война находит свое отражение в искусстве и в медиа. Почему в искусстве и в медиа? На самом деле наши друзья «Бегущая черепаха» познакомили нас с замечательным парнем из Дамаска, который закончил Белорусскую академию искусств. Его зовут Тамер Малак. Он сегодня присутствует у нас среди спикеров. Тамер — фотохудожник. Фотохудожник, который учился в Минске и который, собственно, непосредственно по происхождению связан с Сирией, где сейчас творится одна из самых ужасных войн последних десятилетий. Он создал то, что сначала, как мы с ним обсуждали, задумывался как фотопроект, потом это стало несколько фотопроектов, фотопроект за фотопроектом. И в итоге получается, что сейчас это такое дело всей жизни, такая фотоинсталляция, которую Тамер постоянно обновляет. Это разные коллажи, разные сюжеты, посвященные войне в Сирии. И на мой вопрос о том, где, собственно, конец, когда закончится этот такой большой масштабный проект, Таймер сегодня сказал, что когда закончится война. Мы подумали, что действительно художники и журналисты — это те люди, которые сталкиваются со схожими, в общем-то, задачами. Когда приходит трагедия, приходит война в дом, они первые бегут осмыслять происходящее через себя и передавать его зрителю, слушателю, читателю. Разные средства, немножко отличается форма подачи, но по сути ведь мы занимаемся достаточно схожими вещами. Сегодня у нас открылась выставка Тамера. Можно посмотреть, по-моему, около 50 фоторабот представлено. Около 50 фоторабот, посвященные разным этапам этой продолжающейся войны. Порой они гротескные, порой абсурдные, такие вызывающие, может быть, где-то в большей степени, где-то в меньшей, но все это отражение того ужаса и страха, который происходит сейчас на родине у Тамера. И в первую очередь я хочу дать слово ему, чтобы он представил свой проект или серию проектов, так будет, наверное, правильнее. Тамер, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришел к этой серии проектов и что для тебя значит через средства как художника отражать то, что происходит у тебя на родине сегодня? Спасибо, Николай. Добрый вечер всем. Сначала хочу сказать спасибо, что нашли время и решили посетить мероприятие. Ну, как мы все знаем, что война в Сирии идет 6 лет.
К сожалению, эта война ничего не жалеет, ни детей, ни взрослых, даже культуру. Я в 2012 году вернулся обратно в Беларусь, как раз тогда, когда я до этого учился тут. Вот. И когда вот почувствовал, что это только начало, то есть надо уехать из Сирии в целях безопасности. Я вот тут в Минске стал наблюдать за то, что происходит в Сирии через интернет. Ну, конечно же, это не могло бы вот так проходить мимо. Это на всех влияет, тем более, что я могу увидеть там, что происходят какие-то военные операции и в моем районе, где я там в детстве мог гулять и так далее. Я подумал так, что что я могу делать для того, чтобы передать посыл какой-нибудь. Ну, даже если не посыл, может быть, это в первую очередь выход энергии, вот выход эмоций, что у меня происходит внутри себя. Оставить их внутри себя сложно. Я вот начал заниматься фотомонтаж, поскольку что сам там находиться, фотографировать то, что происходит, это невозможно. И я думаю, что даже если бы был в Сирии, я бы не рисковал. Потому что я не принадлежу самой себе. У меня есть семья еще, и ради них должен жить. Значит, начал заниматься фотомонтажем. Я вот сначала не знал, что это будет продолжаться так долго, и я вот думал, что сделаю пару фотографий и все. Но оказалось, что это не так. Вот я вам представляю сегодня 56 работ. Из них есть 5 серий, или можно назвать их 5 проектов. И остальные работы как единицы. Вот я перед тем, как начинаю вот делать какую-нибудь работу, цель была такая, вот передать людям посыл какой-нибудь, рассказать ли что о том, что происходит, пробовать, может быть, мне это не удалось, передать те ощущения, которые чувствуют люди, живущие в Сирии, которые вот постоянно слушают звук смерти, можно сказать так. Вот первый проект был, его создал, называется «Явление камня». Вы знаете, что, как сказал, что я всегда хотел вот посыл передать и приблизиться к миру. То есть искусство, так же как и музыка, да, имеет международный язык, все его понимают. В этом проекте вот находил фотографии из интернета, вот фотографии разрушенных городов или людей, которые страдают вот после того, как его дом упал, как можем видеть. Там мужчина лежит и плачет, значит, и совместил со скульптурами Микеланджело. Я хотел просто вот создавать контраст, потому что, к сожалению, вот мы сейчас живем в таком мире, где очень много информации. Люди немножко вот иногда проходят мимо, если увидят, например, вот общий план для какого-нибудь города разрушенный. Может быть, посмотрят и все дальше, даже не вызывает эмоций. Это нормально, потому что интернет и так далее. А если вот посмотреть, что там находится скульптура великого мастера Микеланджело, который, как известно всем, это классика, это красота. То есть совместить самое страшное с самым красивым.
И еще, может быть, европейский человек или, или не только вот, будет думать, что а если это будет так же и у нас, поскольку что находится вот с культурой Микеланджело. Значит, второй проект после него был «Апокалипсис в Сирии». На самом деле, как вы увидите, это апокалипсис, как будто конец света. Я вот представил сценарий для этих работ. К сожалению, на данный момент 6 лет прошли, и решений нету, и никаких выходов. Ну, это заставило меня задуматься, то есть война может продолжаться вообще неизвестно сколько. И представили, что в далеком будущем еще война идет, а вот все участники в войне, они не могли найти общий язык, и единственное, что они могли найти, это что каждая страна, которая участвует в войне, оставит себе кусочек земли, что они оккупировали или захватили, и строят вокруг него забор. Объединяет все эти города поезд, который работает на дровах. Но опять же, тут пытался вот включить образы, вот забор, стена. Ну, так и живут сейчас сирийцы. У них все закрыто, все вокруг. Стена и заборы. Ну, надежды, конечно, есть. Это поезд, который... скажем так, это время, это надежда и так далее. Вот, потом есть проект «Потоп». Ну, как мы все знаем, когда начался вот поток иммигрантов, много людей пытались из Сирии уезжать в Европу через море. Они рисковали своей жизнью, и многие из них даже не доплыли, скажем так, до Европы. Вот. То есть вода в жизни сирийского человека это очень важно. И даже вот те сирийцы, которые остались в Сирии, они образно утонули в войне. Есть еще серии работ беженцев. Ну, это те люди, которые вот, да, вот Европа представляет помощь, но все равно неизвестно, куда идут, как мы видим, там якорь или нет места, вот, потому что многие страны они просто закрыли их страну, их лицо. Но я считаю лично, что мир, он принадлежит всем. Поэтому мы всегда должны помогать друг другу для того, чтобы мы жили лучше. Вот они остались в космосе, как мы там видим одной работы. Или есть еще работа, она была сделана, кажется, 2 года назад. Там виден стена. И люди за стеной, то есть они не в городе, а вот просто их закрыли там. И на первом плане девочка с бутылкой воды, и там пустына, и понятно, что ничего поесть, ничего попить. А мы сейчас, конечно, видим, что так и происходит, строили стену в Америке. Потом последний проект был, который называется, он совсем свежий, «Сирия в детских кошмарах». Ну, как я говорил, всегда хотел вот найти вот те образы, которые всех трогают, не только сирийцев. А вот нашел вот Том и Джерри, вот эти персонажи, которые все знают. Может быть, их не знают только на Марсе. Все переживали с ними, все смеялись. А видеть их в
в той же атмосфере, как я их представил, это, конечно, странно, что они убегают от огня. И в конце видим, что они умерли. Да, грустно, но вот эта реальность такая. Можно я попью водичку? Потом вот работы просто, они единицы. Знаете, я хотел еще сказать, что война, вот, к сожалению, она... Я когда-то, помню, работал как переводчик с экспертом из России, который преподавал в Дамаске сцены движения. И он учил фехтование и так далее. Он мне говорил, знаешь, есть способ для лечения. Если у кого-то есть депрессия или у кого-то нету энергии, ты можешь дать ему красивый нож или пистолет. Пусть поддержит его, он как чувствует себя здоровее. Так и есть. На самом деле война дает энергии, это искушение. Вот свечка, там есть одна работа, вокруг крутятся самолеты. То есть хочется еще, а мы знаем, что это как бы вот как бабочка именно. И еще есть работа, она интерпретация картины Рене Магрет. Вот Рене Магрет сам говорил про эту работу, «Сын человеческий», что яблоко — это вот символ искушения, да, которое стоит перед лицом, и мы хотим видеть то, что за яблоком. Тут я вот решил немножко менять этот образ, что подходит больше нашему времени. Это граната. Вот. Это искушение, к сожалению, так. На самом деле, не знаю ли искусство сможет ли раскрыть все реальности войны. Я часто задавал себе этот вопрос. Но мне кажется, что искусство не сможет всегда. Поскольку что искусство — это, можно сказать, ребенок. Или не можно сказать, а все так сказали, все мастера. И если вы смотрели на новостях, это может пару месяцев назад, когда они после бомбежки спасли мальчику где-то 7 лет. Слава Богу, он жив был и без повреждений. Единственное, конечно, кровь на лице. И его посадили в машине скорой помощи. Когда снимали его и фотографировали, страха нету в глазах. Он просто не знает, как вести себя. Он плакать хочет или смеяться. Просто смотреть на него... Ничего нету. Вот искусство именно я думаю, так. Оно должно вот смотреть на такие вот подобные вещи, когда видим, когда смотрим на ребенка, который вот тоже недавно был, без ногах лежит на земле и кричит: «Папа, неси меня». А как тут художник это сможет передать людям? Я думаю, никак. Просто это мы смотрим. Хорошо, что мы живем в таком мире, что техника развита, можем это фотографировать и снимать. Но этого достаточно для нас, чтобы... То есть передача реальности не, вот в нашем мире... Вполне это возможно, потому что мы просто это снимаем и показываем. А каждый потом сам может представить, как это страшно. Но я, как сирийец, всегда чувствовал ответственность перед этим, и не делать это не мог.
даже часто вот начал делать какие-то работы, которые хотел вот в другую сторону просто. Но они закончились как-то ближе к Сирии. Вот. Все, спасибо. Спасибо большое, Тамер. Я приглашаю по окончании нашего сегодняшнего мероприятия, кто желает ознакомиться с фотоработами, которые на двух стенах находятся. Раскрыть реальность войны. Одно дело средствами художественными, другое дело средствами журналистскими, средствами через перо, через фотофиксацию. Следующий наш спикер — это Вадим Замировский, фотограф с достаточно большим опытом работы в горячих точках. Вот, Вадим, я хочу передать вам слово, берите микрофон. Будет такой вопрос. Вот Тамер сказал про то, что для художника его работа — это выход эмоций по отношению к войне. Вот для журналиста, наверное, напротив, важно как-то оставаться наименее эмоциональным, хладнокровным и беспристрастным. По крайней мере, учебники так учат. Скажите, как вы, как человек, который много раз снимал в горячих точках, умудрялись оставаться беспристрастным и просто отражать реальность такой, какая она есть? Спасибо, что пригласили сюда, во-первых. Я хотел сразу уточнить, что я не специализируюсь на этой теме и не был много раз, как вы сказали. В общем-то, я был 2 раза, а на передовой только 1 раз. Поэтому, возможно, где-то могу ошибаться, да, основываясь только на том небогатом своем опыте. Безусловно, вы правы в том, что для журналиста очень важно оставаться беспристрастным. И это довольно сложно, потому что когда ты работаешь непосредственно с солдатами, проходишь с ними какие-то там испытания, то общее переживание эмоций, оно связывает. И, конечно же, хочется... Я не знаю, всегда ли это так, да? Но хочется, конечно, сделать... как чем-то помочь им, да? Но... при этом очень важно, как вы правильно сказали, оставаться беспристрастным. Ну и, как мне кажется, у меня это получилось. Я не уверен в этом, но надеюсь. Есть какие-то рецепты, которые позволяют вот бороться с эмоциями и бороться с этими привязанностями, которые возникают во время работы на фронте? Ой, вы знаете, мне очень, на самом деле, жаль, что здесь нет Юрася Карманова, потому что я бы хотел этот вопрос задать ему, как более опытному коллеге. У меня рецептов особо нет. Личного опыта, если говорить, вот как вы справлялись? Давайте еще раз сформулируем вопрос, чтобы я понял конкретно, о чем идет речь? Как вы справлялись с эмоциями и с чувством привязанности вот к тем конкретным солдатам, как вы сказали, с которыми вы работали, чтобы это не отразилось на вашей журналистской работе? Мне сложно ответить на этот вопрос, не знаю. Хорошо, а как вы пробовали, получилось ли у вас как-то избежать эмоционального выгорания? Вот то, о чем говорил Тамер, опять же, да, это то, что война захватывает. Война, она как наркотик, вот для него персонально, по крайней мере, да. Вот было ли у вас такое ощущение? Был ли какой-то прилив эмоций? Совершенно верно. Война — это наркотик, я согласен с этим абсолютно. Я думаю, что любой, кто побывал на войне, это подтвердит. Это очень сложно объяснить, почему, но очень просто объяснить тем, кто там был. Понимают с полуслова. Всех туда тянет. Возможно, потому что это какие-то очень острые эмоции, которые хочется пережить еще раз. Как с этим бороться, я не знаю. Наверное, человеку, который постоянно туда ездит, нужно работать с психологом, который будет специализироваться на этой тематике. Ну, да, конечно. Знаете, что
мне как бы, когда я в Сирии еще был, мне рассказывали молодые люди, которые вот на фронт. Я, если честно, не могу понять, как можно воевать. Вот спрашивал у многих, даже вот с нами Мамдух, вот режиссер фильма, он давно тоже был на горячих точках, тоже это мне говорил сам. Сначала, когда ты идешь, тебе страшно. Потом, проходя какое-то время, становится это обычно. То есть вот, вот война, она такая, да. Нам кажется, что она опасная и страшная, но она реально вот как будто соблазняет мужчин именно. Вот, тем более, если вот солдаты, допустим, идут, или просто люди идут, которые воюют, вот упал рядом кто-то вот из друзей, умер, а он остался жив, и проходя какое-то время, он все равно остался жив, он начинает думать, что он железный человек, который не умрет. Это как к теории философский индюка, которого индюк, вот мы его кормим каждый день, и он, проходя какое-то время, начинает думать, что все отлично. А на самом деле мы потом хотим его есть. Вот. То есть вот война может быть так. То есть все идет в порядке. Я получаю вот поток адреналина, эмоции. Я живой, и все, буду жить. Наверное, так. Спасибо большое. Вадим, вот еще один вопрос к вам тогда. Из вашей командировки на передовой, какой свой кадр вы считаете наилучшим именно с профессиональной точки зрения? Может быть, расскажете его историю, как он получился, случайно, не случайно? Сложно описывать фотографию. Наверное, это снимок, когда солдат в окопе снимает автомат, там он очень размытый, и читается только контур этого солдата. На самом деле в этом окопе мне делать было нечего, потому что сразу же после первой... Это я уже перешел к истории. Потому что после первой же ночи дежурства боевого с этими ребятами я понял, что снимать там невозможно, то есть там световая маскировка и даже 25 тысяч ISO на камере не спасают. Но я все равно и вторую, и третью ночь туда с ними ездил. И этот снимок был сделан вот в последнюю ночь. Наверное, все. Спасибо большое, Вадим. Я думаю, что потом, когда у нас все спикеры выскажутся, у нас еще будет сессия вопросов и ответов, и можно будет интересующие вопросы задать всем выступавшим. Мы немножко затронули тему того, как журналисту оставаться объективным. И это на самом деле тем тяжелее, чем ближе и к тебе лично, и к твоим границам находится конфликт. Мы здесь много сегодня говорили о конфликте в Сирии. Еще один конфликт, который ближе географически, но параллели, я думаю, можно провести по степени того, что творится в этом регионе. Это Восточная Украина, это Донбасс. И поскольку Украина, собственно, не чужая нам страна, мы находимся очень близко, все, что там происходит, на самом деле эхом отражается здесь. И в этом смысле, мне кажется, журналистам белорусским, которые едут освещать эти события, вдвойне тяжелее. Но, тем не менее, всегда мы пытаемся, или большинство из нас пытаются выдерживать некие общепризнанные мировые стандарты объективности, объективного подхода. И я приглашаю сейчас высказаться Павла Добровольского, журналиста Тутбай, который, насколько я знаю, имеет опыт недопонимания, что ли, со стороны своих украинских коллег, когда он находился на стажировке там и попытался вот применить, собственно, стандарты объективности к той ситуации. Правильно ли я понимаю, Павел? Да, к сожалению, есть примеры, когда оставаться
профессиональным журналистам при войне очень тяжело. Я знаю очень много украинских коллег, сильных профессиональных журналистов, которые, к сожалению, когда началась война, им стало болеть, и они свернули там, на рельсы агитпропа, если можно так сказать. То есть практически зеркальное отражение российской пропаганды. У меня был конфликт после моих репортажей во время третьей поездки на Донбасс. Глава медиапрофсоюза Украины Луканов статью написал, где сказал, что нужно умышленно... А где-то у меня есть цитата даже. Пишучи звідти, колеги мають свідомо шукати, тобто умишлено іскати українські сили або принаймні настрої місцевого населення. Ми бачимо приклади, коли об'єктивно описувати війну дуже складно. І на личному прикладі, як я з цим справлявся, мабуть, потрібно їхати без якоїсь зашореності і если у тебя нету в голове врагов, то у тебя получится хороший текст, беспристрастный. Я ехал туда не к врагам, я ехал туда не к террористам и уезжал из Киева, тоже не, там, нет фашистов, и мне было легко писать. Единственное, о чем, с какими сложностями я сталкивался, это дезинформация, которая идет с каких-то... Ну, в Украине это пресс-служба АТО, например. На западные СМИ там влияют какие-то источники в правительственных кругах, даже вплоть до президентов. Я пару примеров могу привести. Из Украины у меня был случай, когда я несколько часов провел в Донецком аэропорту. Затем меня споймали, потому что там нельзя было находиться, и отвели в штаб охраны аэропорта. Я где-то часов 5 там провел. Мы ждали какого-то там шишку важного, чтобы решить мою судьбу. И в это время прилетает снаряд со стороны Песок, где располагались украинские военные. И в эту комнату, где мы сидели, вбегает какой-то солдатик, спрашивает, что делать. Ответили, что реагировать не нужно. Мол, это они надеются, что мы будем отвечать, чтобы там журналисты показали. Когда вечером возвращаюсь в свой отель, открываю украинский сайт, на который я работал новое время, НВОА, и вижу новость. По сообщению пресс-службы АТО, в такой-то день, когда я как раз там находился, террористы 20 там, или 30 раз нарушили перемирие и стреляли по позициям украинских войск. То есть это полная ложь, потому что я там находился, и я не слышал этих выстрелов со стороны Донецкого аэропорта от ДНРовцев. И проверить такую информацию очень сложно, потому что... Например, вот пресс-служба АТО распространяет какую-то информацию, и, ну, как ее проверить, я не знаю. Эти журналисты, СМИ, все ведущие в том числе публикуют по сообщению пресс-службы АТО то-то и то-то. И такая ситуация складывается во всем мире. Вот у меня есть пример о террористе номер 2 Заркави. Впервые в 2002 году Associated Press опубликовала о нем новость со ссылкой на два неназванных источника в Иордании, которые сообщили, что Заркави готовит взрывы в новогоднюю ночь в Америке и Израиле. Дальше появляется информация, что он руководитель какого-то батальона в Афганистане, Сан-Франциско Хроникл. «Нью-Йорк Таймс» — один из лидеров Аль-Каиды. Потом выступает Джордж Буш, который говорит, что Заркави скрывается в Ираке,
а он там ищадиада, и нужно срочно вводить туда войска незадолго до голосования Конгресса, давать ли право, разрешать ли президенту использовать военную силу против Ирака. А все началось с дезинформации, которую распространяли спецслужбы Иордании. Они не любили Заркави, потому что он с 80-х годов призывал к свержению иорданской королевской семьи. И он очень мусолил глаза им. Они схватили 30 каких-то там террористов, 6 из них убили в пытках, но ни один из них не назвал его имя. И они решили действовать более тонко, они вот распространили через Associated Press эту первую новость. И дальше все потянулось, и в итоге это дошло до того, что за него там 25 миллионов долларов за его голову назначили, и в итоге в 2006 году убили. И о нем писали все, Reuters, BBC, New York Times. И я не понимаю, как можно было проверить эту информацию журналистам, потому что, ну, например, Джордж Буш даже об этом говорил. Это большая проблема, что нами могут манипулировать какие-то пресс-службы государственных ведомств в Украине, вот пресс-служба АТО. Там спецслужбы Иордании начали распространять эту информацию. Вот. То есть мы, по сути, видим, как сообщения, как непроверенные сообщения, которые тиражируются в СМИ, являются поводами для чуть не полномасштабных каких-то операций в дальнейшем. Да, то есть сообщение Буша о Заркави прошло именно в момент голосования Конгресса, разрешать ли военную операцию в Ираке. То есть Заркави объявили там вторым террористом в мире, повесили на него убийство дипломата американского, хотя абсолютно никакое сообщение о Заркави не подтверждалось никакими видеосъемками либо другими доказательствами. Но спокойно вот это все тиражировалось журналистами, и до Беларуси дошло, и там до центральных наших СМИ. По сообщениям там какой-нибудь New York Times, застрелен террорист номер 2 Заркави. Вот это цитата с моего сайта. То есть дежурный редактор мониторит новости где-нибудь там на РБК или на первоисточнике англоязычном. Видит новость про убийство там Заркави и ставит. И всю новость та, что там с этими бэкграундами, описанием там биографии его, все это переходит уже и сюда. И так по всему миру сотни, там тысячи этих СМИ распространили эту информацию. Мне очень нравится книга Ника Дэвиса, британского журналиста. Он лет 30 работал в Guardian журналистом, сейчас уже на пенсии. У него есть книга «Новости плоской земли». На Беларуси не продается, но есть в Украине галерея. И в ней написано просто сотни примеров, когда вот эти ведущие СМИ, которые для нас, в принципе, примером должны являться, BBC, New York Times, там написано сотни примеров лжи, часто неумышленной, которая идет от каких-то послов, политиков, либо с передовой от министерства, там, ну, от военных. Павел, ну, возвращаясь вот к нашим границам, к соседним странам, по вашему опыту работы в Украине, вы упомянули о дезинформации, которая при службе АТО, о российской пропаганде и дезинформации. Вот здесь, в этой конкретной ситуации, на ваш взгляд, степень дезинформирования, она способна влиять на какие-то политические решения, на решения, которые поднимаются на высшем государственном уровне? Конечно, журналистов используют политики абсолютно со всех сторон, и с России, и с Украины. И, к сожалению, очень много примеров, когда мы поддаемся на и тиражируем вот эти лживые сообщения. Почему используют? Потому что через СМИ, ну, это понятно, это Америку не открываю. Люди читают новости, и они же не видят, что там в каком-то соседнем селе произошло. Условно, там они слышали какой-то обстрел. Они открывают новости, читают оба. Фашисты, майдануты, там
стреляют, убили там невинных жителей, либо наоборот, террористы. В ситуации, российские. Когда, как вы сказали, очень трудно проверить ту или иную новость об обстреле, например, потому что очень мало либо вообще нет журналистов непосредственно на передовой, да? Есть ли какой-то рецепт? Выработали ли вы для себя лично какой-то рецепт, как хотя бы не дать с собой манипулировать как журналистам? Ну, очень легко. Я попал в Дебальцево сразу практически после того, как оно отошло сепаратистам весной 2015 года. Общался очень много с местными жителями и внимание привлек такой полуразрушенный частный дом. Привлек, потому что там жилец был. Город практически пустой, там было очень мало жителей. И я, ясное дело, к нему подошел. Я спросил, откуда, вот что произошло. Он сказал, украинские военные разбомбили мой дом. Я не писал, что украинские военные разбомбили. Потому что, ну, во-первых, я это не видел. Во-вторых, он это не видел. Откуда у него эта информация, не знаю. Потому что там газет нет в том регионе, во всяком случае, год назад, когда я там был последний раз. Там вот такие агитки, листовки на 1-2 странички бесплатно распространяются в магазинах, аптеках и так далее. Возможно, вот он оттуда эту информацию прочел. Возможно, по телевидению, хотя вряд ли там телевизор остался в том доме. Ну, неважно, откуда он информацию почерпнул, что это именно украинцы, но он лично об этом знать не мог. И я не могу вот это цитировать, потому что это, возможно, фейк. Даже не предумышлен. То есть он может искренне в это верить, либо... То есть даже со слов героев не давать какую-то информацию, которую нельзя проверить? Если конечно, нельзя потому проверить, что любая информация вот в той очень тяжелой ситуации, она может привести к очень ужасным последствиям, потому что она может озлоблять людей. Если постоянно каждый день зомбироваться вот этими новостями, там фашисты стреляют, убивают, захватывают, какое отношение будет к украинцам? А потом это переходит вообще вот на простых граждан. Очень много ненависти там к обычным людям, которые никак не участвовали в войне. То есть очень много обобщений именно на украинцев. И среди украинцев очень много обобщений на россиян. Хотя в той же России очень много людей не поддерживают политику Путина. Огромные митинги, достаточно большие митинги проходили в Москве в знак солидарности с Украиной. Интересный случай был, когда в 2015 году я несколько месяцев в Киеве жил, работал в редакции «Новое время», и в первый же день моей работы коллега, не в шутку, там какая-то новость обсуждалась о очередном там найденном батальоне или каком-то роде войска именно россиян. Нашли, что именно вот конкретно с фамилиями россияне там воюют на Донбассе. И он сказал, что проблему решит ядерный удар по Москве. Вот это журналист одного из ведущих СМИ Восточной Европы. А в той же Москве, во-первых, очень много людей, которые вообще к этой войне не имеют отношения. А во-вторых, очень много людей, которые категорически против этой войны, категорически не поддерживают политику Путина. И что, на них тоже ядерную бомбу скидывают. Поэтому обобщать очень плохо, но, к сожалению, очень много примеров этому. И, в принципе, их можно понять. То есть, когда там война в твоей стране, тебе больно, там, возможно, там твой дом, дачу уничтожили, или там родственники погибли, даже члены семьи. И я не знаю, насколько мне будет легко описывать войну, если она начнется в Беларуси. И я не уверен, что я смогу работать в журналистике. А если я останусь, то мне будет очень сложно объективно говорить об этом, писать. Потому что на украинском примере действительно классные ребята, умные,
образованная и никогда раньше не замеченная в какой-то лжи или одностороннем подходе. Вот по войне они пишут слабые тексты. Спасибо большое, Павел. Это был Павел Добровольский, который поделился своим личным опытом. А сейчас я хочу передать слово Янине Мельниковой. Павел говорил про вал непроверенных сообщений, про обобщения, которые возникают в этой связи. Собственно, я хочу попросить Янину поговорить о том, к чему это все приводит. К тому, что в СМИ все чаще и чаще мы замечаем то, что называется hate speech, язык вражды в переводе на русский. Вот насколько это характерно нашим белорусским СМИ применительно к описанию конфликтов последнего времени? Янина, вам слово. Спасибо, Николай. Мне как-то очень неудобно после коллег, которые имеют реальный опыт, говорить о каких-то теоретических вещах или о тех отдельных, скажем, наблюдениях, которые мы замечаем как медиаэксперты, как медиакритика, да, когда наблюдаем за тем, что происходит в белорусских медиа прежде всего. Но я хочу просто ответить несколько таких важных, на мой взгляд, моментов. И знаете, я вчера включила новости по белорусскому телевидению. Я довольно часто балуюсь такими вещами в силу как бы необходимости профессиональной. Но вчера меня хватило, наверное, минуты на три, не больше. Правда, несмотря на то, что есть какая-то... Я считаю, что у меня есть определенного рода прививка просмотра этих новостей. Но за последние несколько недель то, что я вижу в белорусских медиа... Вот эта волна ненависти, она, ну, если это не девятая волна, то она очень близка к этому. Еще несколько месяцев назад мы сталкивались с более-менее попытками более-менее объективно или как минимум сдержанно описывать многие процессы, которые происходят и внутри нашей страны, и за пределами. Это касается и военных действий в Украине, и Сирии, и наши взаимоотношения с странами-соседями и так далее, и того, что происходит внутри нашей страны. Сейчас ситуация, мне кажется, последние недели, вот это ощущение такое, да, скорее человеческое, но и профессиональное тоже, ситуация очень быстро меняется. То, что мы называем языком ненависти, языком вражды, оно просто прет из буквально каждого утюга. Не мне в этом зале объяснять, да, те термины, которые уже вошли в наш обиход. Мы прекрасно понимаем, кто такие майдануты, кто такие бандеровцы. Мы сейчас уже придумываем свой новояз. Мы отлично уже за последние несколько дней, даже не недель, отлично употребляем термины шунявки, к примеру, да, и мы все понимаем, о чем идет речь. И все это проявление языка вражды, по большому счету. Потому что язык вражды — это разговор на уровне «мы и они». Причем мы, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, даже когда мы переступаем черту и занимаемся какими-то беззаконными действиями, мы всегда в белом, мы всегда можем себя оправдать, мы всегда знаем, зачем это, и у нас всегда условно благие цели. Они — это обычно люди третьего сорта, это люди, которые недостойны того, чтобы их слышать, понимать. И подобные вещи у нас последние несколько лет, они просто довольно сильно актуализировались именно в связи с, на мой взгляд, в связи с военным конфликтом в Украине. Очень сильно мы, не знаю, может быть, мы думаем, что мы будем следующими, да, во всей этой истории, поэтому очень сильно принимаем это на себя. Но тем не менее, и медиа, и социальные сети, если разговоры заходят о каких-то конфликтных событиях в Украине, о чем-то, каких-то действиях со стороны России, обычно люди очень сильно поляризируются, и обычно люди не готовы слышать друг друга, и очень сложно отделить эмоции от здравого смысла и находить какие-то точки соприкосновения, какие-то конструктивные вещи, да, в
во всей этой истории. И с человеческой точки зрения я уже согласна с коллегами, которые говорили про свой опыт. Конечно, этих людей можно понять. Это боль. И можно понять даже тех же самых журналистов, которые переступают какие-то профессиональные границы, потому что это затрагивает в какой-то степени их лично. Профессиональный, конечно, в идеальном мире профессиональные стандарты должны быть выше всего. Я, знаете, когда вот шла на этот разговор, Павел затронул одну тему, я просто хочу чуть-чуть про нее сказать. Я нашла интересный документ, который был подписан 3 марта этого года, и как-то я, честно говоря, не встречала в медиа особо, чтобы про это говорили. Это совместная декларация о свободе выражения мнений, а также о фейковых новостях, дезинформации и пропаганде. Совместная она здесь спецдокладчик ООН, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации и другие разные организации, которые тут очень много всего написали, как бы все это должно было быть в идеальном мире, как, чего бы они хотели. И среди прочего здесь есть прекрасный раздел, вот Павел затронул эту тему, нормы, касающиеся дезинформации и пропаганды. И в их идеальном представлении оградить нас от дезинформации и пропаганды, в том числе оградить нас, журналистов, должно государство, которое должно следить за тем, чтобы через представителей органов государственной власти и так далее не проходила только надежная, проверенная, достоверная информация, а чтобы они фильтровали эту информацию, и так далее. И мы как журналисты, как практикующие люди, понимаем, что даже в ситуации не войны в Беларуси мы не можем ожидать от нашего государства подобной щепетильного подхода к информации, не пропаганды, а каких-то взвешенных, обдуманных слов и решений. Последние несколько дней цитаты руководства нашей страны просто кишат подобными вещами, которые иначе как хейт-спич просто не назовешь. И очень сложно журналистам не цитировать их, не транслировать это в массы, да? Но, тем не менее, каждое подобное цитирование, всегда вспоминается, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется, и не только наше. И каждый раз, когда мы цитируем подобные вещи, мы рискуем получить ту самую войну на пороге. Причем войну не словесную, войну не в медиа, не информационную, а довольно осязаемую, реальную. И коллеги ее имели, скажем, я бы сказала, все-таки несчастье наблюдать на личном опыте. Слушай, Янина, но вы сказали, что по вашему наблюдению такие проявления в СМИ, такие цитаты с языком вражды откровенным из уст представителей госорганов, они стали участчаться, их стало все больше на фоне именно украинского кризиса и войны в Украине. Между тем, конца и края пока что там не видно, чем конфликт разрешится, не разрешится, когда это произойдет. А в этой ситуации, на ваш личный взгляд, какие шаги должно предпринять вот наше белорусское, будем говорить, нашу страну, профессиональное сообщество для того, чтобы как-то начать все-таки с этим бороться? Я бы не сказала, что количество использованного языка вражды связано только с Украиной. Да? Я бы сказала, что сейчас у нас уже такой внутренний язык вражды цветет и процветает, и он связан уже скорее с нашими внутренними проблемами социально-экономического характера, даже больше, чем там, внешнеполитического, например. Тем не менее, с чем бы ни было связано подобное распространение языка вражды, я думаю, что единственный способ защититься от него — это профессиональные стандарты, это понимание того, что доверие нашей аудитории — это, собственно, единственный капитал, который вообще есть у журналистов, есть у медиа. И ценность этого доверия, она должна быть, на мой взгляд, превыше, скажем, попыток произвести на свет некие
яркие журналистские работы провокационного характера, ухватить какие-то очень яркие, но провокативные цитаты героев. Я тут вот опять-таки могу согласиться с Павлом. Если у нас нет возможности там проверки или хотя бы возможности сбалансировать полученную информацию из уст других героев, то опять-таки в идеальном мире журналистики, наверное, тогда нужно воздерживаться от этих вещей. Но вот вы увязываете сейчас доверие аудитории и его нахождение на каком-то стабильном, будем говорить, уровне с соблюдением медиа, СМИ, стандартов объективной журналистики. Но с другой стороны, мы ведь живем, все понимаем, в таком пузыре социальных сетей, когда каждый читает и смотрит, и хочет смотреть и читать то, что ему нравится, и читать тех журналистов и те СМИ, взгляды которых он разделяет. В этом свете увязывается ли, по-вашему, по-прежнему доверие аудитории с тем, что вы сказали? Знаете, мне из моего пузыря кажется, что да, но я пытаюсь из него выйти, чтобы посмотреть о том, что происходит сейчас с доверием к медиа. Я вижу, что опять-таки на примере, скажем, не военных действий, а того, что сейчас актуально в Беларуси, что происходит, долгое время люди сторонились независимых журналистов, становились камер и не подходили к ним, и не хотели отвечать ни на какие, даже самые, скажем, условно безобидные вопросы, да, когда на улице проводили какие-то опросы Белсат, не связанные напрямую с действиями государственных органов, властей и так далее. Люди все равно боялись и не хотели, да даже не Белсат, вообще камер боялись. Сейчас я смотрю вот эти онлайны, которые происходят, и я вижу, что люди довольно активно идут к микрофонам, и они хотят говорить. И для меня это тоже определенный показатель, в том числе и доверия людей, то есть желание высказаться и желание высказаться там, где их реально готовы слушать, и где они понимают, что они, скажем, попадут в эфир, да, и смогут и об их проблемах услышать несколько больше людей, чем просто там их кухня. И поэтому, ну, на мой взгляд, сейчас доверие к государственным телеканалам, оно падает, ощущение есть, да, а вот тот же самый Белсат, те же самые Радио Свобода, те люди, которые работают напрямую, выходят в толпу к людям, они сейчас все говорят, что никогда раньше к нам не выстраивались очереди. Но все-таки, простите мне мою настойчивость, это связано именно с повышением доверия к этим камерам или к попытке канализировать то, что наболело? Думаю, где-то так 50 на 50 сейчас, да. Сейчас, да. Понятно. Спасибо большое, Янина. Янина Мельникова, медиакритика BY. Я напоминаю, что после того, как мы выслушаем всех спикеров, будет возможность задать вопросы всем. И сейчас мы специально сделали такое лирическое вступление на теорию, чтобы не было тягостно слушать нескольких практиков подряд. Я хочу передать слово еще одному белорусскому журналисту, ныне фрилансеру, я так понимаю, Василию Семашко, который также запомнился своими репортажами с Донбасса и попытками в этих репортажах тоже показать, в общем-то, большую картинку, как говорят в английском языке, то есть разные стороны этого конфликта. Василий, расскажите, к чему это вас все привело с профессиональной точки зрения? Итог поездок наших с Аней Ивановой, она, кстати, здесь присутствует, мне хотелось бы, чтобы скромно она пересела поближе. Аня, пересядь, все-таки с тобой мы ездили на Донбасс. Она прячется скромно очень. Вот. Меня больше всего поразило, что обе стороны конфликта — это зеркальное отображение друг друга. То есть по поводу того, что там происходит. Все, что происходит на одной стороне, то же самое происходит на другой стороне, можно сказать. Те же самые методы пропаганды, та же самая правда, те же самые люди. Для того, чтобы не было проблем, работая в таких местах, рекомендую всем писать то, что есть, не выражать ничьих интересов, не становиться на чью сторону. Помните, что публикации оттуда внимательно читают на двух сторонах.
вообще сделал вывод, что журналисты на войне не нужны. На войне нужны пропагандисты. И на этой войне в Украине верить нельзя по определению ни российским журналистам, ни украинским журналистам. Они слишком зависимы. Желательно верить информации из нейтральных стран, то есть Беларусь, Польша, Германия, Франция и так далее. На журналистов из заинтересованных стран слишком легко оказать давление. Их легко цензурировать. Их легко потом лишить работы. После того, как мы побывали на стороне ДНР, наши публикации изучили на противоположной стороне и не отказали в нашем желании съездить в гости напротив. И вот это поразило то, что на одной стороне мы увидели и на другой. Больше всего меня удивила реакция на наши публикации на передовой. Чем ближе к передовой, тем более уважительное отношение было к противной стороне, к противнику. Причем с обеих сторон. Ни одного оскорбления не было. Вот насколько схожи поездки. Это поездка со стороны ДНР, мы едем на передовую. Снимала Аня Иванова в машине два бойца армии ДНР. Тот, который автомат положил на сиденье, это белорус-серб. Служил в спецназе с одной рукой. Один из наших коллег, здесь присутствующих, увидев его фотографии, пожелал, чтобы ему вторую руку оторвало. Он претендует на нейтральность. Это мы на другой стороне. Елена Белозерская, неформальный пресс-секретарь Дмитрия Ярыша, тоже сопровождает нас на передовую. Та же самая машина, все то же самое, два месяца спустя. Это армия ДНР, казарма славянской бригады Тельманова, механик-водитель БМП, в свое время служивший в Афганистане. Это на другой стороне. Деревня Юрьевка под Мариуполем, боец 8-го батальона добровольческой армии «Арата», тоже в свое время служил в Афганистане. Когда я ему показал фотографию его противника на другой стороне, он удивился, говорит, как же мы похожи. Когда я еще сказал, что он так же, как и ты, служил в Афганистане, у него стали влажные глаза. На фото видно. Это травматологический областной госпиталь в Донецке. Девушка из Западной Украины, черновцы, приехала воевать за ДНР против Украины. Работала санинструктором, подорвалась на мине. Вначале подорвался на мине боец ДНР, она пошла оказывать ему помощь и подорвалась сама. Замужем, двое детей. Это противоположная сторона. Город Днепр, бывший Днепропетровск, тоже госпиталь имени Мечникова. Парень-доброволец из России, из Ульяновска, приехал из России воевать с Россией. Лишился ноги, и сейчас у него сложное положение, потому что не дают ему гражданство и могут депортировать на родину. Насколько все похоже. Это довольно интересный канал. Он из Северского Донца, идет через весь Донецк, впадает в Кальмиус и дальше в Мариуполь. Это артерия, по которой 95% населения Донецка обеспечивается питьевой водой. Этот канал проходит через разные стороны линии фронта, в том числе через очистные сооружения в районе Авдеевки, которые находятся сейчас как раз на месте боев. И из него питаются обе стороны водой, вместе его обслуживают и одновременно воюют за этот канал. Тяжелее всего на войне это детям, и больше всего впечатления производят. Это именно дети, которые ни в чем не виноваты. Они на войне рано взрослеют, очень похожи, и больше других хотят мира. Я думаю, дети быстрее взрослых договорились бы о мире. Это дети в Авдеевке. Показывают, куда прятаться, если что. 3 года у них нету детства. Это те же самые дети через 6 километров, Донецк. Район Донецкого аэропорта, то же самое, жизнь под обстрелами. Дом, 9-этажка в Авдеевке, 6 километров до Донецка. Вот точно такой же дом через 6 километров. Это мы были здесь в апреле 2016 года, через 2 месяца. Вот мы были в этом доме и дальше. Сейчас покажу. И дальше мы видим вот этот же дом через линию фронта, через 6 километров. Вот между тем местом, где мы находились, и тем домом разбитым проходит линия фронта, Донецкий аэропорт.
Вот очень тяжело было смотреть на ту сторону, потому что, когда мы были в Донецке, нас душевно встречали бойцы армии ДНР, нас защищали от тех людей, которые сейчас с нами находятся, а теперь те люди, которые сейчас с нами находятся, защищают от тех людей, которые там нас защищали раньше. Это шахта Бутовская, видны сооружения Копра. Это со стороны армии ВСУ, со стороны Украины видны. Вот Донецк виден через линию фронта. Вот боец ВСУ, который нас сопровождал. Когда я ему сказал, что можно с ума сойти, потому что 2 месяца назад мы отсюда сюда смотрели, а теперь оттуда, то есть оттуда мы сюда смотрели, теперь отсюда туда, то он сказал: я вас прекрасно понимаю. То есть очень адекватное восприятие было того, что мы были на другой стороне у их противников. Вот этот дом, который через линию фронта был виден. Это довольно интересно. Боец приехал воевать из Мурманска на сторону ДНР, его позывной 5-1 по коду автомобильных номеров Мурманской области. Он приехал, сказав, что он приехал отстаивать интересы России на дальних рубежах. Это на стороне правого сектора его оппонент по войне, боец позывным «Раша», и тоже приехал из Мурманска. Когда я об этом узнал, то я ему сказал: «Раше, что вы бы могли не ехать за 3000 километров на разборке, а где-нибудь на окраине Мурманска разобраться между собой». Он довольно адекватно это воспринял. Вот почти дети воюют. Это боец ВСУ в районе Авдеевки. Не знаю, есть ли ему 18 лет. Это его сверстник в Тельманово через линию фронта. Вот в казарме в Тельманово. Мужики из Донбасса, которых называют террористами. А этих называют фашистами, напротив. Насколько они похожи. И когда показывал фотографии, я думаю, они бы в нормальной жизни подружились бы и вместе вспоминали. И надеюсь, когда-нибудь это будет. Это вот Аня обедает в столовой ДНР. А это та же самая столовая в правом секторе. Плакаты. «Позвони куда надо, если что». Не то же самое, телефон с другой стороны «позвони, если что». То есть удивляет, насколько похоже. Здесь радиостанция «Бауфенг». Это Кенвуд поддельный у него. Это Тельманова, разведчик. Вот та же самая радиостанция такого же типа «Бауфенг» на другой стороне. То есть они могут и слышать друг друга, и переговариваться. Да и не только по радиостанциям. И телефоны известных оппонентов, и в интернете сидят на общих чатах. Татуировки. Военная разведка «Новороссия». Если с этой татуировкой попадет в плен, то хорошей жизни не будет. Скорее всего, расстреляют на месте. Или запытают до смерти. Вот такая же татуировка у его оппонента, Арата. Мифическая страна. Теперь это 8-й батальон Украинской добровольческой армии правого сектора. Тоже если с этой татуировкой попадет в плен, то ничего хорошего не будет. При этом зачем-то делают татуировки. Вот это эмблема Азова, символы, явно позаимствованные в Германии. Ну и для уравновешивания с другой стороны эмблема Русич. А это вот, хочу еще сказать, что наиболее агрессивно восприняли то, что мы были на двух сторонах, и восприняли эту информацию в Беларуси. Вот член БАЖа как отозвался, Сергей Гриц. Можете почитать. Когда я попросил знакомого из БАЖа как-то прокомментировать это, и чтобы БАЖ отреагировал, то ничего нету. И когда мое досье на миротворцы выставили, миротворец – это частный проект Украины, там выставляют досье на врагов Украины. Журналиста Олесю Бузину убили после того, как выставили на него досье. И вот когда выставили мои личные данные, я направил обращение в БАЖ. Мне стало интересно, как они прореагируют.
На что мне в приватном порядке один из членов БАЖа сказал, что там не нравится, как ты работаешь. Поэтому я очень удивлен тому, как воспринимается информация оттуда именно в Беларуси. В то же время те, кто воюет, очень хорошо нас восприняли, и сейчас нас зовут в гости на две стороны войны. Поэтому тем, кто пишет о войне, я прошу, что пишите объективно, не выражайте ничьи интересы, ну и у вас будет все хорошо. Ну а что здесь вас польет дерьмом, так другого не ожидайте. Я закончил. Василий, спасибо большое за презентацию. Вот вы упомянули, что чем ближе к передовой, тем на обеих сторонах, собственно, более уважительное отношение, что да. Вы стараетесь показать объективно сложившуюся ситуацию. Как вы это объясняете для себя? Достойные противники уважают, видя, что те же самые люди на другой стороне. То есть то, что я показал на фотографиях, насколько люди похожи, там глаза в глаза смотрят. Как я уже говорил, перезваниваются. Это гражданская война, где сын идет на отца, брат на брата. Такие примеры есть. Один сосед может воевать на стороне ДНР, другой будет его оппонентом через линию фронта. Все друг о друга знают, информация передается в режиме реального времени через линию фронта в обеих направлениях. Спасибо большое. Даже скажу после этого, когда приехал домой, бывает по вечерам в Фейсбуке сижу, и вот открыто окошечко, то есть два окошечка открыто с оппонентами через линию фронта. Я переписываюсь, мы обсуждаем фотографии, обсуждаем вместе новости. При этом они не знают, что я в этот же момент общаюсь с их противником. То есть догадываются, но конкретно не знают. И очень схожие взгляды у них практически на все вещи. Спасибо большое, Василий. Мы выслушали такой спектр мнений, на самом деле, но мы не пытались найти правых виноватых в этой войне. Мы просто думаем над тем, как все-таки освещать, писать, освещать в искусстве, освещать в медиа то, те события трагические, которые складываются. Я приглашаю зал, если у кого-то созрели реплики, комментарии, вопросы к участникам нашей сегодняшней дискуссии, пожалуйста, их задавайте. Наталья была первой, потом Артем Шрайман. Я попрошу, давайте сначала вот этот микрофон передадим. Прошу. Представляйтесь, пожалуйста, и... Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я раньше работала журналистом тоже, и причем я не работала в конфликте, но в постконфликтных зонах. То есть в Абхазии я работала в Нагорном Карабахе, а потом я перешла более как в этот, международное развитие как эксперт по правам человека. И, в принципе, до моего приезда в Беларусь я работала в лагере для беженцев в Македонии. Вот. У меня такой комментарий и вопрос к журналистам конкретно, потому что это безусловно, да, что журналист должен нейтрально передавать информацию. Это принцип беспристрастности. Но часто бывает такое, если две стороны, да, там гражданская война, то вопрос языка. То есть, например, ты хочешь как журналист быть нейтральный, но, например, язык, который ты используешь, он сразу просто как бы говорит про тебя, что ты... На чьей-то стороне. Да, спасибо. То есть, пример, я так скажу, например, вот в Абхазии, да, там название, допустим, Сухуми. То есть, например, если ты говоришь Сухуми с этим ай, это значит, что ты на грузинской стороне, да. Если ты говоришь Сухум, значит, ты на русской стороне, да. Вот этот. Причем еще, то есть, например, я выросла в Северной Ирландии, да, там тоже работала журналистом, там тоже идет конфликт, и тоже большая разница. То есть, например, вот ты скажешь «Север Ирландии» или «Северная Ирландия». Да? И вот к вам, журналисты, которые побывали вот здесь, вопрос. У вас тоже возникли эти проблемы с этим, эти, так сказать, это даже не язык, это эти тонкости. Я понимаю ваш вопрос. Это когда на одной стороне люди называются ополченцами, а на другой стороне они называются террористами.
На одной стороне называются добровольцами, на другой стороне они называются фашистами. И надо соблюдать. Я поняла еще круче вопрос. Когда дело о том, как, в том, как ты произносишь или пишешь название. На Украине, в Украине. То есть ведь даже и этот раздел есть. Я понимаю. То есть есть конкретный язык вражды, а есть вот тонкость, когда ты просто относишься к какому-то названию. Я стараюсь употреблять те названия, которые приняты в той местности, где я нахожусь. И стараюсь быть максимально корректным. Я стараюсь употреблять те термины, те названия, которые соответствуют той местности, в которой я нахожусь. То есть если я нахожусь в ДНР, то это ополченцы. Также я стараюсь быть... Ты в Беларуси будешь делать и назовешь ополченцами? Нет, я там их употребляю, чтобы не получить в лоб инородное тело. А в Беларуси я стараюсь быть максимально корректным. То есть для меня нету... Там стараюсь не употреблять слово «враг». Стараюсь употреблять более уважительный противник. Стараюсь не употреблять слова «ополченец», а «боец армии ДНР» или «боец ВСУ», «боец правого сектора». То есть стараюсь придерживаться максимально нейтральных названий. С редакторами приходится очень сильно конфликтовать порой. Редактору приходится объяснять, что если он изменит текст, это будут проблемы прежде всего и у меня, и у тех людей, которые с нами работали на войне. Кто-то еще хочет ответить? Нет, у меня такого опыта не было. Я могу добавить не о терминах, а о языке. Если мы приезжаем на территорию подконтрольной сепаратистам и говорим на белорусском языке, это настораживает. Поэтому там лучше говорить на русском. Если ты говоришь на белорусском с украинской стороны, это наоборот к тебе располагает. Эти люди к тебе более доверяют. Или гораздо быстрее к тебе становятся открытыми. Все. Я хотел бы уточнить, что там, где идет война, это полностью русскоязычный регион. И даже официальный язык украинской стороны по существу – это русский. Настолько много там русскоязычного населения. То есть это война на русскоязычной территории, и мы там говорили только на русском языке со всеми, в том числе, находясь среди украинских националистов, мы все время говорили на русском языке. Просто тот, кто хочет, тот поймет друг друга. А я считаю, говорить на белорусском языке с человеком, который не знает белорусского языка, на мой взгляд, это некорректно. Хотя Павел... Нашел способ, как объясняться. Но мне кажется, Павел немножко другому. Он скорее о том, как его, как профессионала, понимает лучше и легче, и он вызывает таким образом просто расположение людей. Я понимаю, людей, но там русскоязычный регион, но я вот говорю, что Павел общался на белорусском, его поняли, мы общались на русском, в том числе среди украинских националистов, и нас прекрасно понимали. То есть язык — это не проблема. Кто хочет понять, тот поймет. А если придираться, то всегда придирку можно найти, что не так одет, не так смотришь. Спасибо. Следующий вопрос был у Артема Шайбана. Слушайте, я просто пока слушал, у меня появилось на самом деле что добавить, если позволите. Не только вопрос. Вот по поводу выбора терминов, может быть, кому-то будет интересен наш опыт. Мы в Тутбае почти в самом начале конфликта приняли что-то вроде внутренней памятки о том, какую лексику мы используем для украинского конфликта. Конфликта в Украине, вернее. Кстати, это часть. Украинский конфликт — это все-таки небольшой нарратив. Это передает тот подход, который вот выразил Вася, с которым я не согласен, о том, что это гражданская война. Это не только гражданская война, это гражданская война с элементами, с очень серьезными элементами внешней интервенции. Когда мы говорим «украинский конфликт», мы подразумеваем, что там нет ничего, кроме Украины. Поэтому я предлагал своим коллегам в этой памятке, которую я составлял, написать «конфликт в Украине». И там же мы пишем, какие термины мы выбираем, какие мы избегаем и какие обязательны для выбора. То есть не захватили или освободили город, а заняли город. Не террористы, не боевики, не ополченцы, а сепаратисты, а лучше, как правильно Вася сказал абсолютно, бойцы самопровозглашенной ДНР, ну и так далее. То же самое с украинской стороной, со всеми. Там 3 страницы, на самом деле, занимает эта памятка. Думаю, во всех СМИ так или иначе вербально или письменно это проговорено в белорусских редакциях.
А вот вопрос у меня был такой ко всем, в принципе, кто побывал в зоне боевых действий журналистам. Об этом Вадим затронул, я с ним эту тему просто лично обсуждал много раз. Эмоционально, после того, как вы возвращаетесь, лично вам нужна была ли какая-то реабилитация психологическая, не знаю, отход от войны, и была ли какая-то мания вернуться туда, ощущение зависимости? Кто хочет ответить? У меня была сильная усталость. По дороге довольно интересно было воспринимать людей в камуфляже, в военной форме. То есть то, что у нас считается стилем одежды, там воспринимается после того, как там побывали, воспринимается совсем по-другому. Но в целом не было больших проблем. Я уже говорил, единственное, что удивило, это неадекватная реакция многих коллег, когда нас очень сильно поливали грязью, особенно в баже. Павел, может, ты из твоего опыта? Каких-то проблем с психикой и нервами у меня не было. Но я три раза был на Донбассе и всегда совпадало с более-менее активными боевыми действиями. И тогда было очень много проблем с едой, когда на весь город 2-3 магазина. И бывало, что ты за весь день пьешь одну бутылку йогурта, и потом, конечно, в Минске ты отъедаешься. Ну и плюс большая проблема с отсыпкой, потому что день там длился часов, наверное, 60 без сна. И это выматывает организм без сна и без еды. Это, ну, вот это сказывается на тебя, и потом от этого нужно как-то спасаться едой и отсыпом многодневным. Это есть. Ну, я вот первый раз ездил на Майдан, понравилось. Василий? Потом дальше так. Тоже? Понятно. На обе? Да, и мы все обязательно там еще будем не раз, я уверен. Вот. Значит, работает. Ну, я могу добавить только одну простую вещь. Если не хотите становиться наркоманами, не ездите. А еще можно я скажу? Да, конечно. Я был на семинаре норвежского журналиста. Я фамилию же не помню, пару лет прошло. Он очень много раз ездил в Сирию, в Афганистан, в Ирак, в Ливан, в Ливию. И рассказал о том, как... Сейчас. Главный месседж, что с каждой новой поездкой ты более уязвим, потому что ты уже чувствуешь себя там на коне, ты там все знаешь, ты там опытный, мол, и это дурную шутку может сыграть. И он приводил огромное количество примеров, я их не приведу, я не помню, когда вот именно там, когда уже там 10-20 раз журналисты были на войне, они гибли. Потому что они... На самом деле наш... Сегодня главный гость говорил о том же, только со стороны солдат. Да, я хотел бы тоже у Тамера спросить. Вот мы здесь сейчас больше обсуждаем все-таки Донбасс, потому что ближе географически, наверное, исключительно из этого, и больше журналистов имеет возможность туда поехать и, в принципе, что-то снять, что-то видеть своими глазами и написать. А вот с вашей точки зрения, как человека, который... родился там, где не прекращаются уже, по-моему, 6-й год очень серьезные боевые действия. Вот не подсаживаетесь вы, но не тянет туда именно с точки зрения войну наблюдать? Нет. Но просто я не хочу думать об этом, что... Ну, может быть, потому что становится больно мне. Но я привык так смотреть вперед и вперед. Я просто хотел вот сказать Василию спасибо за проект. Очень интересно, я смотрел.
вот показать обе стороны, потому что на самом деле, несмотря на то, что Сирия настолько далеко находится, ну абсолютно так же. То есть можно сказать два брата, да? Вот каждый говорит, что другой такой, да, но допустим, вот у нас, несмотря на то, что война идет, но снимаются сериалы, даже комедию снимают. И я смотрел там пару комедий, что две стороны воюют, потом кричит один «стоп, стоп», звонит другому человеку, он просто его родственник. Ну что, на сегодня прекращаем? Да, все, поехали домой отдыхать. То есть это как будто работа, да, на работу мы ходим, воюем. На самом деле люди, которые участвуют в войне, они не понимают, зачем это делают. Я имел честь, скажу так, смотрел фильм, который участвовал в разных фестивалях и получил награды для моего друга. К сожалению, мы его не можем видеть, потому что для того, чтобы участвовать в фестивалях, как бы не надо показывать фильм на YouTube. Просто он мне отправил его лично. И что меня интересовало, значит, вот друг, он снимал в Алеппо. Там группировка из свободной армии. Вот этот человек говорил... То есть они как будто как Дон Кишот, да, вот они создают своего врага на самом деле. Но если посмотреть тоже с противоположной стороны, скажем так, это режим Асада, да, то есть на Украине вот называют фашисты, а другие называют террористы, да, или наоборот, да, вот в Сирии то же самое, вот те люди, которые, скажем так, они стояли против режима, они террористы, а вот эти террористы, допустим, вот которые против режима, называют режим, что они фашисты и так далее. Вот. А вот напомните вопрос, или вот я ответил на него. Ну да, в принципе, вы ответили, не тянет ли посмотреть. Я добавлю еще реплику по поводу того, насколько общаются через линию фронта. Один из примеров. Сидим мы с Аней на базе правого сектора в Юрьевке в интернете, и Аня связалась с человеком, у которого мы гостили на другой стороне фронта. И говорит, о, он нас в гости к себе зовет. Спрашиваем, с нами сидела... Алена Белозерская, которая с правого сектора, боец. Ну и мы говорим, ну что, в шутку съездим на ту сторону в гости, поедем с нами. И она так хмуро говорит, передайте ему, пусть он лучше сюда приезжает, в плен сдается, гарантирую хорошие отношения. То есть все друг друга знают. Спасибо. Еще были вопросы вроде как? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Вопрос такой. Сначала реплика, а потом вопрос. На самом деле очень жалко, что никто из вас не сказал, как бороться с эмоциями, потому что для меня, например, как для начинающего журналиста, это очень важно. Я сама недавно столкнулась с такой ситуацией, что писала текст, где было две стороны там, конфликтующие. Вот. И я все же хотела бы спросить, может быть, у вас есть какие-то вот советы там, для меня и для остальных коллег, как и вообще возможно ли оставаться максимально объективным? То есть, просто у каждого человека все-таки есть свой взгляд, свое мнение там насчет каких-то ситуаций, да, там, например, насчет тех событий, которые происходят сейчас у нас в Беларуси, насчет тех событий, которые происходят в Украине, да. Как максимально отодвинуть свой взгляд куда-то там далеко и оставаться максимально объективным? Спасибо. Когда ты пишешь о чем-то, о конфликте двух сторон, и твои симпатии персональные явно на чьей-то стороне. Как от этого абстрагироваться? Как вы справляетесь, Василий? Мои симпатии не были на чьей стороне. Я старался понять обе стороны. То есть я ехал как человек, который для себя старается понять причину этого конфликта, историю. Считаю, что надо любить тот край, куда ты едешь, изучить его историю, традиции. В учебной программе подготовки спецназа США одним из самых важных предметов является этнография. Это не зря. Надо изучать обычаи той местности, традиции.
Я считаю, надо любить ту местность, куда ты едешь, любить тот народ, пытаться понять, почему идет война. Ну а для девушки по поводу, как отойти, вначале отоспаться, потом советую спиртное, секс, отвлечься. Серьезно, помогает. Я думаю, у Анастасии вопрос не только про войну, а в общем, да, конфликтная ситуация, твои симпатии на чьей-то одной стороне, как это побороть, стоит ли и удается ли, может быть, кто-то еще может добавить. Я думаю, изначально не надо симпатии проявлять какой-то из сторон, а надо понять. Я считаю, надо уважать обе стороны, уважать и стараться их максимально понять. Потому что, может быть, для себя тогда откроешь что-то новое. Например, когда мы поехали на одну сторону, мы очень много нового для себя открыли то, о чем мы не подозревали. Когда мы поехали на другую сторону, мы то же самое. Мы постоянно открывали для себя что-то новое, как хорошее, так и плохое. Узнавали о противоположной стороне много чего нового тоже, как хорошего, так и плохого. То есть понимать и еще раз понимать надо стараться. Может, кто-то из коллег-спикеров хочет дополнить или возразить что-то? Ну да, небольшое еще дополнение. Бери камеру в следующий раз. Мне кажется, она заставляет быть более объективным. Спасибо большое, Вадим. У нас есть еще один вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер. Маша Малевич, фрилансер. Коллеги, скажите, пожалуйста, когда вы собираетесь ехать в зону боевых действий? Ну, сложно, наверное, не думать о том, что вам грозит реальная физическая опасность. Как прорабатываете ли вы эти моменты до отъезда? Или стараетесь об этом не думать? Как вы общаетесь по этому поводу с семьями? И, опять же, проговариваете ли вы эти моменты о том, что можно буквально не вернуться? И съездив еще один раз, да, понятно, тянет. Даже меня сейчас, слушая вас, я понимаю, что, наверное, чего-то в своей профессии я не доработала, если я там еще не была. Ну, думаю, не только у меня есть такое ощущение. Так вот, и опять же уже проговорилось то, что с каждой новой поездкой вы все больше и больше подвергаетесь опасности, потому что какая-то самоуверенность, в хорошем или в плохом смысле этого слова. И вот возвращаясь на один конфликт. Есть ли желание продолжить именно как работу военного журналиста? И если мы говорим о Беларуси, ехать не только в Украину, а в Сирию, попытаться поехать дальше куда-то еще. Спасибо. Мне кажется, этот вопрос, спасибо большое, очень перекликается с тем, что, опять же, Таймер говорил о том, что он себе не принадлежит сейчас, у него семья, и поэтому он делает выбор в пользу безопасности. А в пользу чего, если можно это рассматривать как выбор, делайте выбор вы. У меня тоже семья, жена и двое детей. Когда я поехал крайний раз с Аней, то младшей было меньше года. Так что все нормально у меня. Когда поехали туда, жена поинтересовалась, может быть, тебе как-то стоит застраховать свою жизнь, на что я ответил, что я не буду это делать, потому что я застрахую свою жизнь, а ты организуешь так, чтобы страховку получить за меня. То есть отшутиться – это такой ваш метод? Черный юмор. Ну и дальше я поинтересовался у Елены Белозерской, которая нас встречала на стороне Украины, какие наши шансы. Она сказала, что наши шансы 95% вернуться. Я поинтересовался у Ани, не желает ли она поехать, если шансы 95%. Она согласилась. Посоветовались. Нет проблем. Я думаю, у каждого здесь из присутствующих есть родные, близкие, есть что терять. И мы точно в таком же положении, как и все остальные. Спасибо, коллеги. А кто из вас как решал эти вопросы безопасности и как обсуждали с семьями? Опять же, наверное, это тоже очень важный аспект. Я вначале хотел сказать, что мне очень жаль, что после нашего спича у вас появилось желание туда ехать. Я бы не советовал, честно. Я, во-вторых, не соглашусь с Васей, потому что я совершенно точно туда бы не поехал, если бы у меня была семья и тем более дети. Это большая ответственность. Так как у меня семьи нет, да, то я вполне себе подумал, что я могу себе это позволить.
И еще часть вопроса, насколько я помню, там была про подготовку, да, и про общение с родными. Да, я, например, матери не говорил, что я туда еду. Ну, зачем волноваться лишний раз? Да, подготовка какая-то нужна перед тем, как выезжать. Лучше всего, конечно, пройти какие-то курсы по военной журналистике. Такие существуют, но здесь, в Беларуси, это практически нереально найти. Не помешает хорошая физическая подготовка, потому что, ну, иногда бывает ситуация от того, как быстро ты там куда-то добежишь, может зависеть жизнь. И, естественно, нужно позаботиться о тактической аптечке, да, потому что и о знании, как пользоваться, да, этими вещами, что там находятся. Потому что, да, к сожалению, это может понадобиться. Ну, вы, Вадим, вы перед тем, как в первый раз туда поехать, вы все эти процедуры сделали? Или потом уже постфактум подумали о том, что неплохо было бы? Процедуры какие конкретно? Ну, подготовили аптечку, прошли какую-то подготовку. Нет, я не проходил курсы, потому что, ну, я говорю, в Беларуси их нет. Угу. Есть в Украине или в Москве. Я планирую пройти такие курсы, но... Да, я собрал аптечку, да, у меня был бронежилет, каску выдали на месте. Естественно, да, я позаботился об этом. Спасибо. Павел, есть что-нибудь добавить у вас? Да, нет, наверное. Но я тоже маме не говорил, когда первый раз ехал, а потом уже стал говорить. И первый раз, когда ехал, брал бронежилет и каску. В Украине есть, не помню название, какое-то, ну, что-то вроде пресс-клуба, там, для журналистов, какая-то тусовка такая. Они бесплатно дали мне каску, бронежилет, паспортные данные переписали. И на случай утраты с кого-то, наверное. Вот. А второй раз я вообще не брал, потому что это большая, ну, большой вес. Очень много проблем было с этим. И плюс, когда ты в бронежилете, ты... я нервничал. Мне было очень неловко, когда я в этом всем иду. Вот. А последний раз, когда я был на Донбассе, я вообще-то ничего не брал. И я бегал радостно, прыгал, и мне ничего не беспокоило. Вот. То есть, ну, безопасность как бы ноль. Спасибо большое. Я прошу прощения, у нас просто еще есть вопросы, мы хотим уложиться во время. Меня зовут Дарья Мелькович, я работаю в газете «Культура», но также пишу в другие издания. И вот у меня вопрос, как у культурного журналиста. Вот если мы видим работы, которые связаны с войной, фильмы, да, вот фотографии, работы художественные, то возникает вопрос, как мы должны оценивать эти работы, потому что есть сила контекста, когда ты понимаешь, что автор пытался сказать, ну вот можно сказать, о своей боли, да, а с другой стороны мы должны подходить к оценке как к художественному произведению. Как в этой, ну вот, вот в этом, в этой ситуации оценивать критические работы, да, авторские работы. Как мы должны быть честны, то есть подходить и говорить, вот вы знаете, там, мы считаем, что независимо от того, там был спектакль, спектакль плохой, хотя он поднимает, допустим, очень серьезные и важные вещи. Вот мне хотелось бы узнать, ну, у авторов, да, как бы вы вот, были готовы к оценке критической, воспринимаете ее, или вот, на ваш взгляд, как нужно следовать оценивать критику работы такого плана? Это уже время экспертов тоже. Янина? У нас, к сожалению, нету критиков здесь в президиуме, но я не знаю, это был вопрос, наверное, к автору работы в первую очередь. То есть как он бы оценивал, будучи критиком? Готов ли автор воспринять критику своих работ, когда эти работы очень важны? Сначала, наверное, Тамар, да, а потом тогда Павел.
ну, если вот я могу про себя говорить, да, я критику всегда готов воспринимать и наоборот хочу слушать это. Я понимаю, конечно, что я, когда это делаю, все равно субъективно его делаю, а вот люди, когда смотрят, они смотрят на это объективно. Но исходя от этого, именно вот, вот то, что я вот пытаюсь делать, и то, что я уже делал, но там, если заметили, есть, как сказать, классический посыл, который он всегда подходит для всех времен, да? То, что вот там азартная игра, да, война на самом деле это как в казино. То есть тут я не думаю, что кто-нибудь может спорить с этим. То есть это то же самое, как сказать 1+1 это равно 2. Да? Да, может, другие мнения, тут можно спорить с ними. Вообще-то искусство нуждается в мнении. Иногда мнение разрушает искусство, иногда наоборот. Потому что искусство хрупкое, то есть запросто можно из этого проекта делать как будто ничего. Это запросто, да. Если зрители скажут, что это меня не тронуло. А доказать автору или пытаться доказать, что это стоит, я думаю, что он не должен пытаться доказать. Я в первую очередь пытаюсь доказать себе. А вот стараться делать для людей, конечно, я должен иметь это в виду, чтобы использовать, скажем так, выразительные средства искусства в картине, что касается композиции или какой-то мировой язык, что касается цвет, да, или символы. То есть, да, я должен это внедрять в моих работ для того, чтобы приблизиться к людям. В конечном итоге я же не делаю это для себя, чтобы я закрылся в комнате и смотрел, наслаждался. Да, я должен думать, конечно, о мнении людей, но это во втором очереди. А в первом надо делать то, что я хочу, имея запас то, что хотят, или то, что... Это то же самое, знаете, как язык, да? Вот мы сейчас общаемся, вот сейчас я скажу, знаете что, мне хочется разговаривать на арабском, мне удобнее. Я сейчас начинаю разговаривать на арабском. Я говорю, что это очень важное, да, и в тему, но вы не понимаете. То есть вот то же самое искусство, то есть человек должен думать, как люди понимают, да, имеет этот язык. Я тут не ухожу от себя. То есть я сейчас на русском разговариваю, но все равно я говорю то, что вот внутри себя. Неважно, какой язык. Вот может быть так. То есть вот это спорная вещь, то, что автор должен делать для себя или для людей. Ну, тут баланс должен быть. Вот. Спасибо большое, Тамир, за вашу метафору. Павел был... Следующим. Я столкнулся с проблемой, когда заходишь в комментарии под своим текстом, ты видишь абсолютно разные противоположные оценки. Когда человек, скажем так, проукраинской позиции и читает месседж, что сепаратисты там стеклят детский сад разрушенный, делают детскую там площадку, чинят, проводят электричество, их это возмущает, потому что это в это нарушает их картину. То же самое, когда на окраине Горловки дома разрушены со стороны, там буквально вот видны даже позиции украинских войск, и видно, что это со стороны Украины стреляли. Этот текст читают противоположная сторона, украинская, да, и их это возмущает. И в одном и том же тексте твой материал могут там написать, или тебя там очень много на личности приходит. Там ватник, фашист, там, журношлюшка и так далее. Вот. И
оценка вот этого конкретного произведения, я никогда не беспокоит, как вот об этом тексте буду думать. Да? То есть я пишу не для того, чтобы ее там как-то, крутой, хороший текст. Я не жду этих оценок, потому что я уверен, что абсолютно любой текст, он будет иметь огромное количество там, лайков, дизлайков и противоположных друг другу комментариев. И очень сложно вот какой-то текст оценивать и ждать какой-то оценки однозначной. Ну, если в тему ответил. Павел, а вот эмоционально не угнетает вот эти вот, допустим, негативные оценки с обеих сторон одного и того же? Так, я понимаю этих людей прекрасно. Если я, например, там живу в Киеве и вот каждый день поглощаю одностороннюю информацию, меня, конечно, будет возмущать то, что не соответствует тому, что вот у меня уже укоренилось в голове. Меня это будет возмущать, и, возможно, я буду об этом писать какие-то гневные комментарии. Я понимаю этих людей, и от этого не избавиться. То есть абсолютно любой текст, даже если он идеально, правильно, будет там максимально объективно, хотя это сложно в журналистике максимально быть. Наверное, еще объективность в жизни, но не важно. Я всегда буду получать как хорошие, так и плохие комментарии. Поэтому я никогда от этого не грущу, когда там что-то я плохое читаю, и меня это никогда не... Вначале оскорбляло, но я очень быстро от этого избавился. Спасибо большое. Василий? В настоящее время критика в основном на форумах при обсуждении статей появляется. Так это даже забавляет, когда читаешь. Нормальная критика, когда по делу критикуют, в чем-то поправляют, я ее очень положительно воспринимаю. Я даже хочу, чтобы мои статьи критиковали, если это по делу. А с другой стороны, очень забавно видеть троллей. Прям видно, как они по сменам работали, когда материалы вышли. 3800 комментариев было, когда было интервью с Аленой Белозерской. Если бы форум не чистили от оскорблений, я думаю, 1006 было комментариев. Так что критика, она неизбежна. Всем не угодишь. Всегда найдутся люди с противоположной стороны, недовольные тем, что ты пишешь правду, и надо быть к этому готовым. Без этого никуда. Как я уже говорил, больше всего удивила критика здесь, в Беларуси. На Украине... или, правильно сказать, в Украине более адекватно восприняли, чем здесь. Как ни странно, здесь мнение гораздо более поляризовано. А также по поводу критики, мне бы очень хотелось, чтобы вы от имени газеты «Культуры» задали этот вопрос министру информации Ананич, как она покритиковала в виде предупреждения моего коллегу Студбая. Спасибо большое, Василий. Юлия Слуцкая. Я тут воспользуюсь своим правом, немножко прокомментирую. Знаете, конфликт в Украине... Он стал на самом деле для белорусских журналистов практически первым опытом, когда белорусские журналисты занялись международной журналистикой, журналистикой конфликтов. И мы тут набиваем себе шишки, учимся. Я очень благодарна за комментарий Артема, очень сущностный, мне кажется. Я хочу сакцентировать на нем внимание. Это памятки, которые редакция Тутбай сделала, когда конфликт случился и когда начали освещать. Вот когда мы думаем о таких вещах и формализуем, во-первых, это не так очевидно, как кажется, что все это делают. Нет, не все, но это очень важно делать для того, чтобы соблюдать стандарты журналистики, для того, чтобы поддерживать редакционные стандарты. Поэтому спасибо большое вот за эту реплику, это очень важно. Очень хотелось бы, чтобы для нас журналистика конфликта, военная журналистика остались только в рамках международной журналистики. Очень хотелось бы. Мне кажется, мы сегодня начали дискуссию по очень важным темам, которые можно обсуждать и обсуждать. Вот... Возможно ли остаться беспристрастным, если конфликт не там, не за рубежом, а здесь? Опыт Павла показывает, что сложно. Много-много других вопросов. Я думаю, что мы так или иначе будем дальше их поднимать. Коль, наверное, тебе, наверное, нам пора заканчивать. Да, огромное спасибо всем нашим спикерам.
всем, кто пришел с нами сегодня поделиться. Да, и... Возможно, еще есть время для последнего вопроса, если таково есть. Минуточку, я вам передам все-таки микрофон. Да. Этот конфликт. А вы про какой конкретный конфликт сейчас? Про украинский. Вообще между этими двумя странами очень много общего на самом деле. Потому что там везде основную роль играют глобальные мировые игроки. И дипломатия — это вещь настолько сложная. И игры секретных служб, и игры дипломатов, и связанных с ними транснациональных корпораций, банков. И пока вот они не договорятся между собой, я, например, выхода вообще не вижу. А, допустим, в данный момент я знаю это точно совершенно, что Украина, но на Украине видно очевидное противостояние глухое между англосаксами и Германией, ее союзниками, причем очень серьезное. Ну и с третьей стороны это, конечно, Россия. И когда они договорятся, я не знаю. А представьте, пожалуйста. Виктор зовут меня. Какую организацию вы представляете? Ой, фрилансер. Я сам по себе. А в чем был вопрос? А вопрос, а когда это все закончится? И каким вы видите вот выход из этого конфликта? Ведь рано или поздно должны эти стороны примириться как-то. Война должна закончиться на Украине или в Украине. Кто-то хочет ответить. Ведь этих всех людей, которых вы снимаете, их попросту используют. С автоматами, вот, которые в темную причем. Пожалуйста. Хотя я не журналист, но я постоянно в этой теме и много читаю по этому вопросу. Знаете, ответа нету, но еще хочу добавить, что решение не в руках людей, которые на земле. Абсолютно нет. Решение в руках кто-то другой, который управляет ими. На самом деле, вот однажды спросил у моего друга, журналист, который живет в Ливане, и он следит, он из Сирии сам, значит, спросил у него тоже, вот как ты думаешь, когда у нас в Сирии это закончится? Говорит, ну когда вот великие страны смогут делиться между собой, все закончится. На самом деле, вот этот вопрос, который вот сколько лет уже идет и будет продолжаться, это деление. Вот и все, это можно сказать, алчность. Если закончится алчность, закончится война. Спасибо большое. Вы частично сами ответили на свой вопрос, когда это закончится. Когда те, кто в мире что-то решают, захотят это закончить, тогда и закончится. Ну, я думаю, что вывод-то очевиден, он тоже прозвучал в вашем вопросе. Любая война когда-нибудь должна закончиться. Это, собственно, будет конец. А пока она идет, мы сегодня искали варианты и механизмы, как нам все это дело освещать с профессиональной точки зрения. Спасибо большое еще раз всем спикерам, которые нашли время и согласились сегодня прийти. Большое спасибо Тамеру за замечательную фотовыставку. Я думаю, что еще будет возможность сегодня посмотреть работы. Я напоминаю, что в пресс-клубе в самое ближайшее время целая такая россыпь мероприятий на все вкусы. И небольшой анонс, в рекламных целях использую одну минуту, с вашего позволения. 23 числа в четверг у нас будет открытая летучка с редакцией ProBusiness BY. Виталий Валенюк поделится опытом, как создать СМИ о бизнесе для бизнеса и монетизировать его с помощью офлайн-мероприятий. В пятницу 24 числа у нас будет круглый стол. Белорусские политики и политологи будут обсуждать предлагаемые реформы в избирательном законодательстве. И в среду 29 еще один круглый стол. Любопытная тема. Шведские исследователи, это ФОЙО, Институт повышения квалификации журналистов из города Кальмар, будет представлять с партнерами свое исследование гендерного дисбаланса в белорусских СМИ, в белорусских редакциях. По-моему, это в первый раз такое исследование вообще проводилось. В общем, с нашими анонсами можно следить на сайте. Она самая вкусная. Ты не рассказал про самое вкусное. Это в начале апреля нас ждет Арзамас.
Да, это был... Это один из очень интересных российских проектов, которые просто замечательно работают в культурной тематике, просветительской и образовательной. Это наверное, был небольшой инсайт от Юлии Слуцкой. Спасибо большое. Следите за нашими мероприятиями на сайте пресс-клуба и в социальных сетях, в том числе в Фейсбуке. Ждем вас снова. И пишите нам ваши идеи, если они у вас есть, пожалуйста. И смотрите на нашу доску вакансий, а вдруг там есть вакансии для вас.